Наверное, очень дорого было, да. Я вычитал из твоего заработка. А вы вам не сильно разочарованы? Так, а Оксана, то есть Олеся, я не знаю, как тебя там. Давай договоримся, не выкай мне, во-первых. Во-вторых, тебе не 13 лет. Я заинтересован тебе как в бизнес-вложении. И это раз. Во-вторых, чего ты там, отпустила орла на площади на Красную? Ну или что? Подумаю, с кем не бывает. Ну, это вы сделали для меня больше, чем кто-либо когда-либо, а я вас так разочаровываю у тебя, и вообще можно я буду немножко попозже на вы, на ты, если будет это попозже, конечно. Конечно, будет еще. Ну, перестань. Ну, тебя же не запянуть, и больше с тобой не потерять. С кем я говорю? Выпустил орла на площади, на Красную. Ну что? Все у тебя будет, все будет хорошо. Mm-hmm.